приятно удивляют хорошо дрессированные собаки. Смотрите, хозяин возле АТБ оставил их, привязал такой военный рюкзак, и они вдвоем стоят, молча охраняют и ждут хозяина. Никто никуда не рвется, не бежит. Довольно-таки хорошие собачины. И породистые, все. Вот что значит порода и дрессировка. Да все собаки дрессируются, хоть дворняжка, хоть большая, хоть маленькая. Главное подходить с душой к этому вопросу, любить животных.